Какое счастье. Спасибо большое. Авто, бокале белое вино, на распашку каждое окно. В городе май, в городе тепло, и так хочется закричать. Нету больше сил молчать, как хорошо. Она такая весьма откровенная книга. Я поняла. Мам, снимаешь? Снимаю. Видео? Да. Правый пару включи. Правый пару. Мы на кружке. Черемша. Кто зовет? Черемша? Да. Ой. Яблоки собирают. Мян тебе. Спасибо. Как много. Отно мне. Ты освобождаешь память на своем телефоне, чтобы запомнить ее на телефоне Стёпу? Да. Потрясающе. Мне вроде ты мне говорила, что типа если вы черные точки давите, типа поговорили. Я, короче, делал, и, короче, содрала себе так кусок кожи, что у меня теперь постоянно здесь виден кусок крови. Ну, типа, всю жизнь вот так вот? Надеюсь, нет, ушо. А сколько лет ты уже? 2 дня. Сколько лет? Ляна, сколько ты мне знаешь? Просто... Сколько лет это у меня? Нет, просто я тебе это давно говорила. Да, я попробовала, ты 2 дня назад, и что? Мы едем. Куда? В Обнинск. В Обнинск. Вино на тебя выльется. Не сейчас, надо. Подожди, смотри, подожди. Сейчас арбуз. О. Ой, я. Давай. За что? Я село. Приехали мы на 3 дня в город Луковик. Лоховицы. Что-то такое. Ну, в общем, дверь открывается, включаю. Слоняете его просто. Так. Карточку вот сюда вставляете. Диван же можно разложить. Ну, кресло можно разложить. Ой, он греет. Офигеть, он тут не просто так.
будешь, пожалуйста. Кролик. Кролик тебя боится, смотри. А ты же точно не можешь? Брат, давай не будешь. Ой. А чё они все так отреагировали? Я просто зверя открыла. Спасибо. Спасибо. Час. Я была бы идеальным водителем. Райская жизнь получается, да? В планку в ту, чтобы ловила сеть, ты же сама сказала. Жопу ниже. Работает? Работает? Да. Молодец. Спасибо. Я кивнула телефоном. Мы хотели хайпануть, потратить все деньги, которые у нас есть, на такси доехать до Москвы. Офигеть, в Англии даже ножницы так не выставляют, представляешь? Короче, в итоге никакой такси нас не хочет везти до Москвы, ни за 3000, ни за 5000, вот. Нам пришлось доехать на такси до автобусной остановки, и следующий автобус, получается, через час. Нам нужно куда-то деть время. Вот, ну хочу. Хочу аборт. Аборт? Обратно. Аборт. Вот, ну хочу. Обратно. Хочу. Все, приехали. Обратно. Обратно. Как ты хотела? Обратно. Обратно в Москву. Обратно. Хочу обратно. Туда. Туда хочу. Все. Скажем, что ты Мишка. Хорошо, хорошо, поставь. Я развязала бантик и завязала этим бантиком узел. Да. 10 ему 19. Так, теперь нужно узнать, сколько подъезд, или сейчас сколько с людьми. Ты моя сладкая. Опять долго не подожду. Сделано, бля, деньги! Микроторт чисто. Закатывай баня. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Вася. Ну. И там, в общем, убрали переблюда. И заранее заказываешь. И, в общем, было невероятно интересно, потому что эти правда вообще ничего не пишут. Ух! Обратно. И еще ничего страшного, что я в юбке. На канавку нужно денег купить. Но они есть.
и мы все вообще не связаны между собой почти, но при этом мы связаны с тобой, чему мы очень рады, так что с днем рождения. С днем рождения. Там ДТП, да? Мне водитель жизнь. Надо назад. Она очень крутая. Здрасте. Так, это... Моя инстаграмщица. Ну, я, в принципе, не прощу. Могу и на бильярд на столе поспать. Мне говно. Девочки, здравствуйте. Ой, ты моя красавица. Привет. С днем рождения! Я нам накурим балаклая. Не поймёшь. С днем рождения. Я кстати, косинкинчик. Не, мама. Ну как хочешь, конечно. Ну как хочешь. Жемчуг или сейчас я другую купила что-то. Покажи, что купила, а потом посмотрим жемчуг. Идем жемчуги. Помогать. Чего? Помогать вас зовут, мисс. Пускай спускаются. Мы красимся. Вас обратно хорошо сфотографировать надо будет всех. Я уже снимаю. Чуйда, чу-чу. Это рано. Я мы наделись. Вы как ангел и демон. Вась, чё плачем? Я, кстати, купила себе две пары форсов. А? Из пакета, чтобы я в него подышала. Васе впарили всё вот это. Да, в смысле, я захотела, поэтому взяла. Сейчас вот тут цифра плюс. Можно ваш номер телефона для электронного чека? Блин, я думала просто. 8900. Я потом могу посмотреть его. 977. 918. Чего? Ничего. В 19 лет я не готова. Подожди, да я цифру посмотрю. Всё. Я говорю, что я не могу осознать эту цифру. Блин, из-за того, что у тебя на руке 10 пакетов, у тебя телефон. Стабилизация пошла. Че такой пирожочек? Ну такие брови черные. Продолжай, продолжай. Я говорю, что я сильная и независимая, могу себе позволить потратить за раз 20 кусков. Ты, кстати, я тебя обогнала на 4000. Какие 4000? У меня потратилось 22. Бля, реально брови? У меня 19. У меня 21 почти что и тут. И 2200 там. Так, а у меня так, на 4000 ранее. Меня, кстати, Игорь научил отжиматься. Да, я теперь до 10 раз могу отжиматься. Ну, он типа руку ставит, чтобы я до этой руки отжималась. Поэтому мне теперь эти пакеты не так уж тяжело нести. Ага. Ну, а что ты снимаешь? Мы просто идем и даже не знаем куда. Я просто подумала, что таких мелких моментов очень мало для шоколада. Крестик? Я хотела, чтобы ты сняла просто видео, как Георг несет пакеты, а ты зачем-то увлеклась процессом. Все, кто не пришел на мой вчерашний день рождения, не получит вот этот торт. Блин, я в эту куртку не тащила. Что ж это? Она думала, пальто идти. Да, не затухнут. Да, они затухнут. Да, ну типа скажем, давай мы при тебе еще раз их зажжем. Да, они затухают. Ну пошли там зажжем, Клэр.
аппарат на своем кабриолете приехал. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! С днем рождения! Короче, я должна была в 16:15 вылетать из Внуково. Оказывается, мой рейс перенесли на 19:30 из Шереметьево. Скажите, письмо было? Письмо об этом было в спаме. Как я должна была об этом узнать, я не знаю. Как мило. А он подумал, что 20 лет юбилей. Год пропустил. Например, они нам возвращают деньги, мы вам возвращаем. Такая цепочка. Вы на сайт зайти? Что не дави мясо? Давай, я не готова тушить. Он вот так на меня, и так на меня идет. Обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ремень без. Тебе выбирают. Она хозяин. Хозяин? Да, ну как бы. Татарский хан? Нет, хозяйка бывает наоборот. Ты быстро заходишь. Почему? Потому что он выбежит, будет орать и сидеть руками. А ничего, что я выбрала? Да там же развиваться внутри не надо. Давай. Очень быстро за мной заходишь, я закрываю дверь. Сейчас задуй, подожди. С днем рождения! Где он? С днем рождения! Я вас! Так, что, мне надо задуть, загадать желание? Да, да, да. Коля, ты видел все эти приколы в интернете? Аккуратно, сейчас я в лицо. Я пойду. А ты пьешь, что ли? А как вы поете? Я чуть-чуть, я на метро. А, да. Нет! Нет. Не будешь здесь, у меня не надо. Чтоб ты дома так дул. Диму. Ладно, все, пойдемте, спасибо. Я убрал. Офигеть, торт горит. Ну, какую купили? Это закончилось. Ага. На самом деле мы просто хотели, чтобы вы провели вечер с нами. Да. Да.